руки вверх! Вражескую галеру предать полному разрушению! Пленных обыскать и взять выкуп! Начинай! «Побег рогатых викингов» – комедийный фильм для детей всех возрастов. Он насыщен элементами мультипликации, графикой и атмосферной музыкой. Проект создавался целых 7,5 лет. Из-за проблем с финансированием съемочная группа самостоятельно заканчивала кинокартину. Судя по интересу зрителей, это того стоило. Как говорил Ролан Быков, детское кино нужно делать как взрослое, но намного лучше. Этого мнения придерживается и Илья Белостоцкий – кинорежиссер и продюсер. Он всегда ставит себя на место зрителя и старается ясно выразить смысл фильма. Наверное, моя мысль заключается в том, что главное на свете это, ну, в данном фильме это все-таки дружба, да, и если люди держатся вместе, если они добрые, честные, смелые, то возможно невозможное. То есть здесь история о том, как эта горстка ребят одержала победу над просто бандой огромных взрослых, гораздо более старших ребят. Членов жюри для конкурса «Киномалышок» выбрало Анапское управление образования. 5 самых инициативных, рассудительных и талантливых ребят получили право голоса и почетные места в зрительном зале. Настя Брюханова считается одной из самых строгих членов жюри. Она досконально разбирает все плюсы и минусы фильмов. Так как это фестиваль детского фильма, то я прежде всего смотрю и думаю, понравится ли детям и что из этого фильма, из определенного фильма могут вынести, какой урок дети. Мне, скорее всего, понравится тот фильм, где обязательно будет персонаж, который любит порядок, который ко всему строго относится, который педант по натуре. Я смотрю на сюжет. Если, опять же, судя, как ребенку нравится, ребенок должен понять, о чем все-таки мультик. Если, допустим, какой-то очень сложный, и ребенку непонятен этот сюжет, я считаю, что это слишком сложно для такой категории. Если, допустим, 0+, да, категорию ставят, а фильм не очень понятен. На кинопоказе также побывали ученики 1, 5, 6, 7 школ и гимназии Эврика. Сейчас идет ограниченный прокат фильма «Побег рогатых викингов». В Анапе это премьера. Члены жюри уже выбрали своих фаворитов, однако имена победителей они назовут уже завтра на торжественном закрытии фестиваля. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.